Всем привет! Сейчас отвечаю опять на комментарии подписчиков. Хочу показать дом на улице Глушко. И, собственно, вот дорога ведет через вот этот памятник академику Глушко Валентину Петровичу. Вот я подошел на улицу Глушко, дом номер 5. Вот такое пятиэтажное здание. Сейчас обойду его и покажу нужный подъезд, который просил подписчик. А пока вот тут на солнышке греется вот такой кот. Привет! Старенькая панельная пятиэтажка, но еще в бодром состоянии. В отличие от некоторых домов на Байконуре. Глушко 5. Такой двор здесь. Всего 4 подъезда. Сейчас это 4-й подъезд. 3-й, 2-й, 1-й. Сейчас я пойду в другое интересное место. Увидел случайно, проезжая на транспорте по городу. Итак, друзья, я нахожусь возле государственного предприятия Байконур Энерго. И вот вдоль вот этого забора, вернее на заборе, и нарисованы вот такие граффити, посвященные космической отрасли. Вот тут нарисован Юрий Алексеевич Гагарин. Со словами «Поехали!». Вот у нас челнок «Буран». Всяческие космические аппараты. Вот и собака. Собаки, белка и стрелка. Луноход. В общем, вся стена у них изрисована вот таким произведением искусства. Перешел обратно дорогу, просто тут еще продолжение. Thank you.
такое народное творчество на заборе Байконур-Энерго. А сейчас я пойду в другое место. Просили подписчики показать деревянный городок. Сегодня, друзья, 24 октября 2020 года, и вот в этот день, в 1960 году, произошла трагедия на Байконуре, когда взорвалась ракета. Вот я сейчас нахожусь, как раз мимо проходил возле памятника. Сегодня было возложение цветов на этом мемориале. Вот, а видео с историей об этой трагедии можете посмотреть на канале, я уже выкладывал. Итак, я иду по Байконуру. Вот, показываю деревянный городок. Деревянный городок — это такие небольшие дома в виде частных, напоминающие. Вот, справа от меня находится Дом культуры, он же музей города Байконур. И вот улица Школьная. Школьная 2. Большой забор слева. Комплекс эксплуатации зданий и сооружений госкорпорации Роскосмос. Школьная опять, экспедиция Хруничева, Школьная 6. Справа от меня гостиница «Молния». ГК НПЦ имени Хруничева, Роскосмос. Школьная 16. Справа Школьная 18. Компания «Восток» написано на воротах и знак в виде бурана. Это уже частные дома идут на улице Школьная. Школьная 13А. Школьная 15. Ворота такие интересные, с щитом и копьями. И все, конец улицы, и последние дома идут. Дом 19. И на этом, друзья, буду заканчивать свою экскурсию по Байконуру. Пишите в комментариях, чего еще показать. И до новых встреч!